В последнее время все чаще наблюдаются попытки искажения истории. Я считаю, очень важно закрепить в Конституции то, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа является долгом каждого гражданина Республики Беларусь. Также век высоких технологий очень важно. Изменением в Конституцию, я считаю, внесение дополнения то, что государство создает условия для защиты персональных данных и безопасности личности и общества при их использовании.